День сотрудника органов внутренних дел – это праздник настоящих мужчин и отважных женщин. Сегодня в районном доме культуры состоялся праздник в честь сотрудников межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Концертная программа была яркой и насыщенной. Выступления артистов чередовались с поздравлениями в адрес сотрудников органов внутренних дел, членов их семей, а также ветеранов милиции. Тем, кто посвятил всю свою жизнь трудной и опасной профессии, выразили особую признательность. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за тот неоценимый вклад, который вы внесли в борьбе с преступностью, за общественную работу по воспитанию и обучению молодого поколения. В знаменательный день примите свою искреннюю признательность за добросовестную службу. Желаю всем вам крепкого здоровья, выдержки, смелости и удачи в борьбе с нашим общим врагом преступностью. У вас должны быть стальные нервы, крепкий характер. Вы должны знать закон и быть высокопрофессиональными. И в то же время при всех этих качествах сохранить открытость души для того, чтобы люди вам доверяли. Позвольте поклониться вам, сказать спасибо за ваш труд. Я уверен, что у вас все получится. С праздником вам добра, здоровья, успехов, удачи! За успехи в охране общественного порядка и борьбе с преступностью на территории Щелковского муниципального района многим сотрудникам были вручены почетные грамоты. Отличившихся работников внутренних дел также наградили премиями, ценными подарками и нагрудными знаками. Благодарственным письмом за вклад в нравственно-патриотическое воспитание молодых сотрудников Щелковской полиции наградили председателя общественной организации ветераны милиции Нину Медведеву. Хотелось бы от всей души поздравить сотрудников межмуниципального управления МВД России «Щелковская» с праздником, с профессиональным праздником. Пожелать им, безусловно, профессионализма, терпения, сил, умения. От всей души щелковцев, стоящих на страже порядка нашего района, спешили поздравить как наставники, так и коллеги. В этот торжественный день хочется поздравить всех сотрудников полиции, ветеранов милиции, членов семей, пожелать крепкого здоровья, благополучия. Ольга Аржанова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».